Традиционное чествование юбиляров семейной жизни в Видновском ЗАГСе состоялось 8 июля в день Всероссийского праздника семьи, любви и верности. Он отмечается в России с 2008 года в день памяти святых Петра и Февронии, которые жили в XIII веке и были образцами супружеской верности и взаимной любви. Приглашенных в Видновский ЗАГС на праздник семьи, любви и верности ансамбль русской песни «Биение сердец» приветствовал народными сказаниями, а его солистка Галина Кашина рассказала и показала старинный любовный обряд, в котором приняли участие гости праздника. В этот праздничный день на чествование юбиляров семейной жизни были приглашены многодетные семьи. Среди них Жанетта и Андрей Нежинские, у них 6 детей. А вот у Романа и Екатерины Винокуровых 12 мая в этом году родилась тройня. Такого события в районе не было уже 16 лет. Супруга мне подарила сразу трех прекрасных, притом абсолютно разных, все они разные, да, двух девочек. Марию и Дарью, и сына-продолжителя Захара. Как бы низкий поклон. У меня любящий муж замечательный, опора моя. Ну а что нужно женщине для счастья? Это дети и замечательный супруг. И тогда женщина счастлива. Семейный очаг, наверное, это самое дорогое, что есть в жизни семьи. Семейный очаг – благополучие не только для этой семьи, это благополучие и для района в нашем случае, и для нашей страны, потому что семья – это первое начало нашего общества большого, в котором мы живем. Зарицкие Людмила Ивановна и Борис Пантелеевич вместе 50 лет. Оба юристы. Всю жизнь трудились. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, занимаются общественной работой. Им была вручена медаль Российской Федерации за любовь и верность. Юбиляры в этот день оставляли свои подписи в памятной книге, как и много лет назад, когда они решили стать мужем и женой. Но она была самая красивая девушка в школе. И столько парней завидовала мне потом, но она выбрала меня. 50 лет прожили, и уважение за его поступки, за его дела, за его интерес к жизни, постоянный интерес к жизни, он меня до сих пор восхищает. Всем присутствующим на празднике семьи любви и верности были вручены благодарственные письма администрации Ленинского района и подарки. Семья – это важно, это ценно для человека. И, конечно, пользуясь случаем, хочу поздравить всех нас с тем, что мы, как полноценные представители ячейки общества, я говорю сейчас о семье, ценим, дорожим и передаем эти добрые и вечные качества. Праздник семьи, любви и верности отмечается в день памяти Петра и Февронии Муромских. На примере их жизненного пути важно осознать, что хранить и беречь семейный очаг нужно в любом возрасте. Людмила Медведева и я, Адаме, Елена Кошлева, Видное ТВ.